Пойдем сегодня в ресторан Кайзуми, буфет называется японский. Здесь очень дорого и очень-очень вкусно. Смотрите видео. Какая вкуснятина. Вкуснотеево. Такая вкусняшка здесь. Десерт и сладкое, что хотите. Такой дядя японский. Это буфет. Там есть мороженого. Дядя мороженое достает. Салаты. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это вина, не знаю, платные, не платные. Супчики есть. Японские вот они такие супчики. Крылышки. Ну, жарят они не очень. Вкусненько. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно очень. Здесь готовит мужчина. Вот это можно заказывать, он будет готовить. Вон он там сейчас выйдет, дядя. Это роллы. Роллы, роллы разные. Кстати, роллы очень вкусные. И они не жадничают. Здесь с угрём, с икрой. Вон. Макрель. А, так что все очень-очень-очень вкусненько. И хорошо. Здесь прямо они готовят, дядя. Сюда соус сейчас нальем. А папа у нас что съел? Миди, кальмары, рис, курочка, пельмешки, да? Да. Чтобы не быть голословной, решила снять, что два человека, оно без ребенка, $20, по $10. Плюс чай, который мы взяли, большой чайник. Мы уже поели, у нас бардак на столе. И плюс чай, он стоит $1.99. То есть, в общем, $23.22 получилось. Ну, еще и такса, не забывайте. И печи выпили 15%. Вот, называется это буфет. Кайзуми, японский буфет. Это безумно нам нравится заведение. Нравится нам качество еды. Очень вкусно, очень свежая еда. И нравится, конечно, цена. Это вопрос очень-очень-очень такой серьезный. Потому что вчера мы ничего не съели. Заплатили $50. А сегодня мы заплатим $25. Там сверху $26, $27. Вот. Но зато мы очень хорошо поели. Ели сколько хотели. Сейчас уже, конечно, мы ем, едим очень практически мало роллов. Вот я взяла себе, взяла рис, кушечки взяла и десерт, и чай. Хорошо, мы ели очень много. Вечерний буфет стоит $17 за человека. Вечером бывают и лобстеры. Видите, это наш хороший опыт. Сказала, мы очень этим довольны и очень часто сюда ходим. Что действительно, есть и горячее, и холодное, и десерты, и салаты, пожалуйста. То есть, ну, что захочешь. Очень большой выбор всего. Все.